Ух, нифига себе, Тянка. Какие ушки! Здорово! Я Андрей, мне 22 года. Я отслужил. Нихуя! Контент пошел, контент! Пацаны! Охуеть! Сколько ты получаешь в месяц? В месяц немного. Я тебе так скажу. Ну, немного, поверь. Грустно. Какое твое любимое аниме, которое вы озвучивали? Ну, пусть будет. Клинок рассекающих демонов. Блять, охуенное аниме. Пиздатое. Ну да, особенно с нашей озвучкой. Это да, топ. Почти. Ладно. Ну, студийная банда отходит здесь. Это переход, короче. Танжер, поедем со мной. Не вздумай. Никогда не бери с собой клинок. Таня, иди сюда. Бай. Иди сюда. Идет, пришел. Во, вот это уже лучше. Здорово. Здорово. О, как ваши дела? Да. Нормально. Во, ну это хорошо, кстати, что нормально. Блин, я боюсь, кстати, студию палить, поэтому лучше не буду. Хотя, в принципе, я бы мог с вами встретиться вживую, потому что я тоже с Москвы. Круто. Да, но нам просто запрещено палить студию, поэтому, видишь, ладно. Запрещено? А почему? Да-да. Ну, как бы, ну, запрещено, потому что. А, понятненько. Ну, поэтому вот так. Есть какие-то соцсети? Ну, соцсети, там. Конечно, есть. Сейчас Инстаграм, наверное... Не ахти. Ну, как бы да, не ахти, потому что его блоканули. Есть Телеграм, ВК, любые соцсети. Блин, как у тебя крутой голос. Ну так, блин, я же говорю, все, что связано с озвучкой, это как бы да, это мое. Блин, круто. Это переход, короче. Нет, подруги смотрели. Смотри. Нецука, Нецука, открой скорее мне дверь, пойдем со мной. Ну неужели? Ты знаешь эту тему? Конечно, я не знаю. Но все равно будь осторожен. Блин. Да. Это как-то так. Не смотрела это аниме. Я тоже смотрела. Голос, хочешь мы с тобой посмотрим? Акцент на засыпку. Типа, ладно. Боже, я эту озвучку знаю. Блин, она очень классная, на самом Господи, деле. Господи, откуда они знают? Мою мать его тему. Блядь, я не уверен в этом, но... Я не знаю. Ладно. Боже. Типа... Йоу, Тянки, откуда вы? Я не уверен в себе. Блять, ладно. Тоже такое себе. Ну, типа, не уверенность. Ну, или смотри, допустим. Озвучено недаб.ком. Да, да, недаб.ком, я знаю. Господи, я знаю. Ну да, я больше, так сказать, я не стример больше, я больше диктор, поэтому сразу говорю, не пугайся. У меня же подруги будут ссать кипятком. Да не будут, они ссать кипятком. Не волнуйся, все будет хорошо. Да будет хорошо, не переживай. Потому что они знают эту тему, волнуйся. Ну или, ладно, окей. Я не знаю, что вы хотите спросить или что-нибудь, не знаю, что вас интересует. Это переход, короче. Просто как Хантер. Это, короче, есть отдельный канал, аниме канал, короче, есть на телевизоре. Там вот все эти озвучки, все эти аниме шли и крутились. Да я знаю, я что-то начала кино крутить. Я покупала этот канал, я помню, да. И Клевер все смотрел, что он кричит. Клинок, рассекающих демонов. Я думаю, ты поймешь меня сразу. По этой мать его озвучке. Я так и знала. Да, прям с голосом. Да, я думаю, что у него нахуй. Она выходит там раз в неделю, одна серия. Не, там прям целый день крутится одно и то же аниме. И много платят. Это переход, короче. Да, закадри. Так, как ты меня закадришь? Ну окей, давай. Ты случайно не на свай? Нет, я не на свай. Тогда почему я хочу, чтобы ты сжёг мои губы? Фига, хорош. Неплохой такой, знаешь, подгончик, прям, блин. Прям Вову, мадам, полегче. Полегче, мадам. Хорошо. Ну, это было сильно, прям, да. Очень сильно. У тебя, кстати, классные очки. Какие из? Вот эти, которые на тебе. Да, вот эти. Блядь, да не смущай её, бля! Не смущай. Это переход, короче. Да-да. Ну, хорошо, типа, смотри, заходишь ты на Никелодеон и там... Далее! Хлеба утки! Только на Ник! Типа...
Да. Здорово. Вау. Легенда. Далее. Каса Гранда. Только на ник. Ну. Ну или там, допустим, не знаю, анимешки смотришь вообще? Да. А что смотрела? Ой, много чего. А Клинок смотрела? Мне не очень понравилось. Поэтому... А что-нибудь там, не знаю, Бродячие псы там нет? Бродячие псы, да. Ну, типа, смотри. Такая, ну, такая, знаешь, более любовная сцена, когда он подходит к ней и говорит: «Будь моей». Она такая: «Обещаю тебе». Ну, типа, такая, ну, типа, такая сцена, потом: «Будущее зависит от тебя. Ты знаешь меня?» «Ну, конечно. Я уверен, ты познаешь всю самую мощь именно во мне». То есть, ну, да. Если говорить так, то да. Спасибо. Если говорить так, то да. Я серьезно сейчас в шоке, прям вау. Это тот самый голос, да. Только не удивляйся, пожалуйста. Это тот самый голос. А как тут не удивляться-то? Ну, вот так, как-нибудь. Ну, ладно. Ну, как-то так.